Вот оно, управление Забайкальской железной дороги. А по-моему, сейчас она как, Восточная называется? Я вот не помню, что-то отстал от жизни. А, растральные колонны. Раньше здесь портальные были колонны, но вот потом вот сделали вот такие вот стилизованные растральные колонны, а на них барельефы по истории, рассказывающие об истории Забайкальского края. Там здание тоже с фронтоном и под российским флагом. Это штаб, раньше был штаб Сибирского военного округа. Сейчас это просто, ну я не знаю, видимо, как филиал этого штаба. Сам штаб находится в Хабаровске. Здесь какая-то, видимо, была ярмарка. Сейчас она не работает. Это еще рождественская была ярмарка, и до сих пор вот что-то не работает. Но матрешки остались тоже. Это администрация. Администрация Забайкальского края. Желтенькое здание справа — это школа номер 4. Памятнику тиранов всех времен и народов Ульянову по кличке Ленин. Вот снегоуборочная техника работает. А слева от администрации Свято-Преображенский храм, кинотеатр «Родина» и вот это вот такое кофейного цвета. Это городская администрация. А никакистое здание, ну опять же, друзья, вот то, что это вот до революции построено, и советское наше здание. Рядом пристроили дом политпросвещения. Ну, это же позорище. Ну, как они... У них что, вкуса не было у этих коммунистов, а? Они такое здание вот взяли и спохабили, пристроив к нему какой-то сарай, где хотели учить, еще и просвещать своему якобы бессмертному учению. Ну, глупость несусветная. Вот, я думаю, когда-нибудь эту пристройку или нафиг снесут. Ну, конечно, сносить дорого, хотя, я думаю, если страна станет богаче, то это и можно сделать. Вот, ну и красиво смотрится, конечно, Преображенский храм. Ну вот, друзья, мы в Чите, и сегодня у нас 15 февраля 2019 года.